дом даже не успел прогреться. Как бы закончилась вода, пропала некоторая провизия. Вот. Греемся газом, спим на кухне, закрываем все двери в комнатах, как бы спим под несколькими одеялами, ходим в куртках, в шапках, как бы в толстовках. Очень холодно, коты прячутся под одеяло. Уже заканчивается посуда, с которой можно кушать. И уже давно закончилась посуда, на которой можно готовить, потому что просто нет воды, чтобы помыть горы посуды. Не умыться, как бы не помыть голову, просто набираем снег, чтобы там справиться, грубо говоря, с унитазом. Топим на газу в кастрюлях снег, чтобы была какая-то вода.